Всем привет, мои хорошие, с вами Кэмили, и сегодня я снимаю для вас влог. Только вы и только я, мы с вами наедине в этом влоге. Я хотела снять для вас неделю влогов, но потом передумала, спросила в Инстаграм в прямом эфире. Вроде много кто хочет влоги, но я боюсь начать и потом не продолжить, потому что однажды уже такое было. Я начала снимать влоги и в какой-то момент поняла, что у меня нету настроя для съемок. И как бы на четвертом дне, по-моему, я просто прервала это дело. И это получилось очень некрасиво и как-то безответственно. Лучше я буду снимать влоги, когда моей душе угодно. И не буду запариваться именно о неделе влогов. Вот, как-то так, ребят. Сейчас я, значит, иду в Макдональдс. Я накрасилась. Время всего, по-моему, 8. Я встала рано. Вчера была ужасная гроза, я ночью не могла заснуть. Из-за грозы мне всегда страшно бывает, когда вижу молнию и все дела. Мне кажется, сейчас меня шарахнет, и я умру. Вот. Но, слава богу, обошлось. Я живая, все прекрасно. Я сейчас иду в Макдональдс, куплю все, что хочу, и сниму для вас мукбанг. Как-то так. Когда я крашусь, моя косметика выглядит вот так. Так как у меня нету туалетного столика нормального, у меня все лежит вот так вот неаккуратно. Я бы хотела похвастаться своими результатами. Вы просто посмотрите, какая я умничка. Осталось совсем чуть-чуть, и крышка тоже отлетела. Вот такой вот у меня лук. Это боди, который я также покупала в Нью-Йоркере. Мне кажется, смотрится очень стильно. И вот такая вот юбочка. Вообще, я люблю Нью-Йоркер, все, что покупаю, покупаю именно там. А еще у меня парень уходит в армию. Представляете, я буду ждать солдата. Мне даже не верится, мне как бы не грустно, не знаю почему. Может, потому что еще месяц остался, и он пока что собирает манатки, так скажем. Но почему-то вот у меня внутри нету грусти. У меня подруга была, и у нее парень тоже уходил в армию, она прям ревела. У меня такого нету. Не то, что мне пофиг, просто нету грусти в душе. Возможно, дело в том, что он еще уйдет через месяц, и поэтому как-то я не запариваюсь по этому поводу. А, вот. Поэтому как-то так. Вот Canon на зарядку. Ребят, кто знает, где можно купить запасную такую зарядку, пишите мне. Очень нужно. Вот так вот. Дело сделано. Оп. Дело в шляпе. Ребят, возможно, вы меня засмеете, но я пойду в перчатках. И я теперь уже буду очень беречь себя. Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не хочу рассказывать в подробностях, но уже знакомые, близкие уже болеют, и поэтому я немножко боюсь. И с одной стороны, может, даже хорошо, что мама в деревне, она, как бы, можно сказать, в изоляции от общества. Вот, мы здесь вдвоем с бабушкой, и я чувствую ответственность не только перед собой, но и перед бабушкой, потому что бабушке 90 лет, и не дай бог, если я заболею, я думаю, что мой организм, он как бы выиграет эту болезнь, да, но бабушка, она пожилая, и как бы не факт. Поэтому лучше всего делать вот так вот. Нет, я лучше другую маску одену, черную. Вот. Я уже заказала, жду. Буквально 5 минут, и они сразу готовый пакет дают тебе, и направляюсь домой. Здесь так хорошо, прохладно, я бы сюда переехала. Просто красота. Все, все здесь. Я получила все, что хотела, теперь направляюсь домой. Я уже дома, более того, я уже сняла для вас мукбанг, и он сейчас скидывается на компьютер. Сейчас я буду монтировать его и выкладывать. А время еще всего 10 часов. Встаешь рано и очень много всего успеваешь. Но, если честно, я встаю поздно только в тех случаях, если вечером, например, либо я говорила по телефону, либо я сидела, монтировала. Я стараюсь свой день распределять так, чтобы максимум успеть. Вот. И вы это замечаете, я иногда вижу комментарии, что «Айка, ты такая умница, ты так много стараешься, так много снимаешь». Мне реально очень приятно, я всегда такие комментарии просто закрепляю, потому что
Мне очень приятно, что люди это замечают. И вы знаете, после того, как ты начинаешь много снимать, к тебе больше позитива от твоих подписчиков. То есть они видят, что ты трудишься, что ты как-то улучшаешь картинку. Например, покупаешь какой-то бокал, покупаешь коврик, стараешься поменять интернет. Вот люди видят это, и они ценят это на самом деле. Если вы начинающий блогер, я вам советую вкладываться в свое дело. И тогда ваши зрители это будут чувствовать и поддерживать вас. Я стараюсь каждую минуту своего времени потратить на что-то полезное, так как я сняла только что мукбанг, нажралась, так скажем. Опять мукбанг снимать я не могу, поэтому я переоделась вот в этот вот костюмчик, который всем понравился, чему я очень рада на самом деле. Вот. И сейчас я уже буду снимать для вас тиктоки, пока проголодаюсь, а после того, как проголодаюсь, уже буду опять для вас снимать мукбанг. То есть ни минуты времени нельзя тратить просто так. А еще у меня есть идея взять все мои тиктоки, соединить в одно видео и выложить в YouTube. Как вы думаете? Скорее всего, заработать с этого видео мне не удастся, потому что там авторское право и размещение рекламы невозможно. Но есть люди, которые не зарегистрированы в тиктоке, но им нравятся видео, которые я снимаю, они не могут посмотреть. Поэтому время от времени я буду соединять их вместе, выкладывать вам сюда. Что вы думаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. И еще в инфобоксе будет ссылочка на мой ТикТок. А еще я беру свои вещи и складываю сразу же, кладу на место, потому что я поняла, насколько сложно это все дело гладится. Вот это, кстати, вот такой боди у меня. Очень удобно. Очень нравится, реально. Я понимаю, что некоторые мои вещи, может быть, не супер модные. Я смотрю других блогеров, и, возможно, так как одеваются они, это модно. Но проблема в том, что мне не нравится. Я не могу носить что-то только из-за того, что это модно, это носят все. Я тоже публичная личность, я тоже должна носить те вещи, которые модные. Я просто исхожу из своего вкуса. Возможно, вам кажется, что в моих вещах есть какая-то доля безвкусицы, и, может быть, вы даже правы. Просто я исхожу не просто из моды, а из тех вещей, которые комфортны мне, которые нравятся, как сидят на мне. Например, вот эта юбочка мне очень нравится. Такая была черная, белая, и вот просто джинса. Я взяла одну, и сейчас, кстати, очень даже жалею. А видео у нас здесь загружается, как вы видите, уже 57%. Я стараюсь не в плохом качестве загружать. Смотрите, какое у меня выражение лица здесь. Вот бегу снимать для вас ТикТок. Хочу еще сделать кудри, чтобы было какое-то разнообразие. Может быть, поменять прическу. Вот, как-то так. Bir neçədən olub, dəvət olubmuşam. Nəcət vaxtı ilə gətirdik, olub məqrəm alma. Если вы тоже любите пить с горлышка, пишите в комментариях. А я, значит, сделала такую классную прическу и такой классный мейк. Правда, вам кажется, что здесь темнее, здесь светлее, просто отсюда падает свет, поэтому так кажется. На самом деле, везде все одинаково. Я согласна, ребят, не идеально, но просто я стараюсь как-то экспериментировать. Почитала комментарии, и там одна девочка написала, что «Айка, давай какое-то разнообразие, не знаю, как сделай какую-то интересную прическу, сделай какой-то желтый мейк». К сожалению, желтых теней у меня нету, поэтому я решила сделать вот такие вот фиолетовые, сделать два таких хвостика. Мне кажется, очень мило смотрится. А еще я вам не засняла, как я иду на почту. Дело в том, что я как дура назаказывала всего с Алиэкспресс. В период карантина, в период коронавируса, вот такие вот сложные времена, а я, дурочка, решила сделать заказы с Алиэкспресс, там чехлы, костюмчик для дома, я вам мукбанге, в общем, про это рассказывала. Дело в том, что товар отслеживается и показывает, что он находится в Азербайджане. Я пошла на главную почту, показала трек-код, и они мне объяснили, что сортировочный центр непосредственно в Баку, он не работает из-за коронавируса, из-за пандемии. Когда он будет работать, тоже непонятно. Поэтому пока что посылки не доходят. Я зачем это вам говорю? Ни в коем случае ничего не заказывайте с Алиэкспресс. Хотя бы, ну, какой-то период времени. Может быть, в России доставляют, все у вас офигенно, но у нас дела обстоят очень даже плачевно.
Я хотела вернуть свои деньги, но Алиэкспресс мне сказал, что... Он сказал, ты что, офигела? Ну, в общем, с Алиэкспресс мне пришло письмо, что товар уже в Азербайджане, немножко подождите, выясните у себя на почте, выясните в городе, где находится, идите заберите. То есть деньги вам никто не вернет. Как-то так. Очень печально и хорошо, что я сейчас думаю, я не заказала Ring Light, который хотела для ТикТока. Как хорошо, что я его не заказала. Хотя бы потерять, не знаю, там $70 намного проще, чем потерять, например, $200. Ну, сами понимаете. Сейчас мы с вами идем готовить куриные отбивные, точнее, отбивные из грудки, из грудиночки. И уже будем снимать мукбанг. Как утром вам показывала, когда крашусь, все это выглядит вот так. Я вам показывала до этого тоже. Еще раз хочу похвалить тени от Makeup Revolution. Они просто идеальны. Они так хорошо тушуются. Пигментированные. Вот такая вот палетка. Dragon's Heart называется. Есть такая голубая и красная. Покупала что-то на скидке. Ну, наверное, $10 где-то она стоит. Но я очень довольна. Прям вау. И добиваю, конечно же, палетку от Catrice. Надеюсь, что когда-нибудь она закончится и моя мечта исполнится. Вот здесь у меня две такие вот грудки куриные. Сейчас я буду их резать вот так вот. И потом уже молоточком так чук-чук-чук-чук-чук пройдусь. Потом в маринаде оставлю и пожарю. Я вот так вот красиво пожарила. Снизу у меня здесь твердый сыр. Я немножко натерла на терке и сверху положила горячую грудку. А сыр внизу расплавится и получается безумно вкусно. Просто я немножко обожгла палец. Это все из-за того, что масло стреляло. Ох уж это масло.